А сколько по времени будут длиться работы? Длительность работ зависит от объемов. Окончательный срок будет указан в коммерческом предложении вместе со схемой оплаты и прочими условиями сотрудничества. Хорошо, понятно. А кто будет работать и как вообще это все происходит? У нас работают только граждане Российской Федерации в бригадах от 4 до 6 человек. Во главе каждой бригады стоит прораб. Ребята приезжают к 9 утра, работают до вечера, вечером уезжают домой. Ночлег нам не требуется. Электричество и воду предоставлять надо вам, нет? Если есть возможность, здорово. Если нет, то мы привезем с собой генератор и запас питьевой воды. Ясно. А какие гарантии на работы даете? Гарантия на большинство работ составляет 2 года. Детально гарантии по каждому виду работ прописаны в договоре.